А у нас сегодня необычный влог. Мы сегодня с Крис впервые идем на утренник нашей дочери. До этого мы не могли их посещать, потому что были то пандемии, то какие-то ограничения, то болезни какие-то, карантины и так далее. И сегодня мы впервые за 4 года будем смотреть личный концерт, можно сказать, нашей дочери. Какая ты стильная. Да, покажем всем наш бомбер. Как классно. Классно выглядишь. Слушай, а просто на подбородке давай всем расскажем. Боятика, я упала в садике. Куда идешь сейчас? В магазин одежды. А что у тебя сегодня? Сегодня у нас утренник в садике. А в связи с чем? В виде праздника, пап. А праздник какой? День Селерона Валентина. День Святого Валентина не сегодня. Что-то сегодня с мамой было. Праздник мам какой-то, нет? День 8 Валентина. 8 марта. Женский день международный. А давно был мальчиковый день? Ты же мне рисовал рисунок на мальчиковый день. Угу. Здравствуйте. Михаил, тебе нельзя сюда. Алиса, включи Little Angels мультики. Сдал анализы. Сдал анализы, потому что впереди, во-первых, пересадка волос, а мне нужно обследоваться у эндокринолога. Я решил, что после пересадки будет не совсем актуально их сдавать, потому что будут всякие воспалительные процессы в организме, и поэтому нет смысла после пересадки фиксировать анализы. Решил зафиксировать анализы для эндокринолога перед пересадкой волос, а если вы помните, то у меня уже скоро пересадочка. Уже в понедельник я вылетаю в Стамбул. Ой, лысины мои больше не будет. Зачем тебе же не делали укол? Для красоты, скажи. Опа. Щекотно. Щекотно? Покажи. Кстати, по ценам. Цены на анализы примерно 10 тысяч рублей я дал за все. Для меня это очень дешево. Ну, как по мне. Потому что анализов сдаю очень много всегда. Сдаю такое количество анализов раз где-то в 3 месяца примерно. Все, дочь, у нас с тобой классно вот теперь. Вот этого с маленького. Ну, забери какого? Дочь. Классный, да. Нас позвали на утренник Доминики. Они купили сегодня с Крис крылышки. Первый утренник, который я посещу своей дочери. Да. Здравствуйте, с наступающим, проходите. Наконец-то наступила весна. Мы все пробудились, и у нас отличный город. It's killing me. I want it to end. Oh, 'cause I've been trying. I've been waiting, 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 waiting. Лучше моей мамочки нет на белом свете. Что ты, Крис, проревелась? Ой, вообще, просто... Что скажешь? Ну, это классно, побывать на утреннем. Мне понравилось. Когда не встану? Дочь, ты куда пошла? Доминик. Мама и папа. Ты рада, что мы пришли? Да. А где Михаил? Михаилка дома. Майк. А? Майк. Ты такая молодец. Так классно было, слышишь, ты такая артистичная. Хорошо, что мы ходим с тобой на актерское, да? Ты прям это классно танцевала. И сейчас у вас задача. Пока играет музыка, вы двигаетесь вокруг стола. И кто быстрее возьмет подарок? Пожалуйста. А мы, ребята, будем хлопать. Пожалуйста. Почему тебе? Я же Аленку выиграл. Потому
что ты не ешь сладкое. А ты тоже не ешь сахар? Ну, можно чуть-чуть поесть. Кстати, до этого мы не ходили, потому что были то пандемии, то какие-то ограничения, то какие-то болезни. Мы ни разу не были. И это первый раз. Давай, рассказывай, делись впечатлениями. Ну, классно, что интересно, национальный танец был. Но самое это, когда меня ребенок вывел на ковер. Я просто встала перед ней, она начала мне петь, что-то говорить. Мамочка, я тебя люблю, и все. Мама поплыла вообще. И сейчас плывешь. И потом сижу и не могу даже остановиться. Рыдаю. Ай, даже сейчас рыдаю. Почему так? Что со мной случилось? Я такая... Сентиментальная старость. Очень сильная. Ну, другие старость. Так вообще не плакали. Я сижу, рыдаю, остановиться не могу. Крис проревелась. Мы постоянно переглядывались с Доминикой, и она там всех подначивала, короче, лопайте, там и так далее. 100% могу сказать, что у нас у дочери есть сильные качества. Она может даже что-то не знать, например, но будет всех подначивать, там, хлопайте, давайте, там, это. Да, короче, лидерские качества классно у нее выработаны, это прекрасно. Да. Садись. Китайский электрокар, это прекрасно. Пачка классная. Ну-ка скажи еще раз, чтобы все вот подписчики слышали. Да залитость это бесит вообще. Жена жирная вообще просто. Я не сказал, что я жирная. Я сказал, что вода задерживается чуть-чуть. Так, а у меня первая тренировка спустя, я не знаю, наверное, дней 10. 10 дней не тренировался, а я когда не тренируюсь, как вы знаете, мне очень сложно работать. Ну, я пытался, но это прям очень сложно дается. Я плохо работаю, я сразу плохо питаюсь. Я сегодня пришел на первую тренировку. Время, кстати, 20 минут первого, и это моя первая тренировка. Я еще пока ничего не ел. Держу голодание. Я горжусь собой, я тренировался, и иду с гордо поднятой головой есть со своей женой, обедать. Сегодня какой-то немного напряженный день, решаем вопросы по проекту в бизнесе, решаем вопросы с банком, какие-то там оплаты не работают, решаем вопросы с доставкой еды. В общем, совсем сегодня какой-то день решала. Миша Михайлов решала сегодня. Здравствуйте. В общем, сегодня, говорю, день каких-то решал. Пришли в Красный Квадрат. Всегда здесь было все классно, вкусно, но сегодня, прикиньте, запретили снимать сначала. Говорят, на фотоаппарат снимать нельзя, на телефон можно. Говорят, что за абсурд. Потом салат мы ждали час. Его сначала сделали неправильно. Да, салат сначала сделали неправильно. Я просил без сладких соусов, мне его переделали. Его переделали, принесли в пакете упакованном. Ну, типа, все, идите. Вот вам с собой. Я, соответственно, говорю, ну, как бы я здесь хотел поесть. Они пошли, его снова переделали. Ну, и в итоге мы салат ждали час. Короче, перекладывали из коробки в тарелку, они еще минут 30. Я вообще не люблю негативные отзывы оставлять никогда, честно говоря. Но мне пришлось попросить у них книгу жалоб. А у них книги жалоб нет. Говорят, в Инстаграм напишите. В Инстаграм им пишу, в Инстаграм не отвечают. Здравствуйте, а где вы стоите? Крис возмущается снова таксистами. Не знаем. Не знаем, где их найти. Я стою, где кофейня Чайков. Вот со стороны дороги. Вы где стоите? Короче, с сервисом в Ташкенте полная жесть. Вообще, все очень печально. Очень печально. Давай я посмотрю, давай. Где вот он, блин, стоит? Я не знаю. С этой стороны. Двигайся. Тяжелый сегодня день на плохие отзывы. Таксист нас опять никто туда увез. Ну что, идем сейчас в НЛ. Взять себе продукт надо, контракт уже активировали. Мой дорогой НЛ, не подведи, пожалуйста. Пусть сегодня будет очень хорошее обслуживание. А ну что ты? Ничего, просто я сижу, я понимаю, что ты кипишь. Я тут сглаживаю углы, но у меня там тоже в одном месте уже не держится, если честно. Кстати, жена всегда сглаживает углы. А вот мы пришли в НЛ. Были такие ситуации, прям кстати.
Здравствуйте. Из коктейлей сразу хочется всякого съесть. Хочется булок, хочется сладкого. Ты просто переживаешь. С коктейлями нет такой проблемы. Жена, зачем купил продукт? Пользоваться. Есть еду, чай пить, посуду мыть, бальзам для волос, сыворотка для волос, сыворотка для лица. Обычные продукты. А ты всем тоже этим пользуешься. 3 дня или 4 жила без смарт-коу. Просто они кончились, а неохота было покупать молоко для Energy. Ну вот, просто я их люблю. Ну что могу сказать, что 3 дня без коктейлей я просто пережирала много по калориям. Мне постоянно хотелось сладкого. Ты стираешь еще у нас. Ну правда, он отвечает за стирку. Что ты сейчас смеешься? Еще раз повтори, пожалуйста, на камеру. Ты стираешь вещи. Но он правда стирает вещи. Я поэтому его спрашиваю, есть дома 5 Чуть-чуть осталось-то. Потому что я один раз постирала, что я постирала? Шерстяное с полотенцем. Да что, да, да, шерстяное с полотенцем. С того момента он только стирает. Мика! Ты радуешься маме с папой? Да? О, такой дом! Привет! Ты ходила гулять? Ты куда пошла с кроссовками?